снимаем верхний рычаг, и у нас доступ есть к хабам. Соответственно, вот наш новый, вот старый, по краям заусеницы, то есть было небольшое слизывание. Ну и плюс получается коррозия алюминия. Плюс забитый труб еще. Так, в принципе, живой вроде. Потому что был простой мопед, а теперь для многих я амбал. И мопед мне заменил Урал. Мы не филологи, мы не ботаники, мы настоящие автомеханики. Новенький хаб. Так, ну вот новые хабы стоят. Снимаем рычаг, крутим гайку и вытягиваем шлюз. У нас есть доступ к хабу. Ну и рекомендации продуть вакуумные шланги. Там пыль собирается. Все. Мы не филологи, мы не ботаники, мы не. Так, вот у нас замена масла в коробке и фильтра. Вот так вот фильтр у нас выглядит. Стекает маслица. Мы знаем, что юристы финансисты. Поменяли фильтр на головочке. Но у нас еще остается масло, получается, в охладителе. В этом деле вызывай спецов. Мы не филологи, мы не ботаники, мы настоящие автомеханики. А кто далек от техники механики, мы говорим про них, это чайники. Мы не филологи, мы не ботаники, мы настоящие автомеханики.